Хостел. В каком адресе, помните? Адрес Дмитриевка. На Дмитриевке. Дмитриевка, что именно? ИВЧ, Чара, какая? Район Дмитриевский. А улица какая? Учусь на Минда. Учусь на Минда, трасса, да. На трассе, говорит. Дмитриевка. Дмитриевка на трассе. Хорошо. С кем он жил там? С Мухаммадом. Еще? Все. С Мухаммадом. Потом с какого времени он с Мухаммадом жил? Мухаммад сказал, что 10-15 дней назад. Мухаммад Катичала, Синдаги Карвидарка. Около месяца вместе, 15-20 дней где-то около месяца жил. Чем они занимались? Чекурный карьер. Машину он взял, хотели работать. Кто взял машину? Машина Ракиды Рифты. Хариды? Ки Харид? Ахшинуски? Амада? Абдулло. Значит, это знакомый Абдулло купил, значит, машину, хотели работать на этой машине. Машина что это, такси или грузоперевозка? Такси, ковушка, маленькая машина, такси хотели работать. Хорошо, Абдулло кто такой? Абдулло Киева. А вот телеграмма, да, мужчина, да, как он с ним познакомился? В телеграмме познакомился? Да, телеграм щинул шуде. А по какому это телефону? А телефон и ки телеграм категал себе. Телефон и ки да телеграм рувай кади. Да, вот человек и габы за деньку в том саду эти. Не, телефон и ки будет. А телефон и ки габ за деньку. Телефон ходу? Ходу, да. Он со своего телефона. Со своего телефона? Да, со своего. Хорошо, телефона. Когда? Каева, кати муж. Когда кто? Именно с Абдулло познакомился? Кайт Абдулло, кати кайшин лошади. Я го. Где-то около 10-12 дней назад. 10-12 дней. Да. И он сразу в машину это... Он сказал, работать будем. Чего? Могу в том кормить, но бы кормить, черного бы кормить. Он сказал, вот я уже, я без работы, столько времени, хочу работать. Вот Вачиков. Кто такой Абдулло? Абдулло Кейхадыш. А мы телеграм починился, да? Он в телеграме знакомился. Ты с ним виделся? Хадыш Адидаги. Ты виделся? Он с ним не был. Этот? Он? Абдулло? Абдулло? Ты с ним познакомился где и когда? Когда? Кайда, Кджоба, Шинушили. А мы телефон хотели. А где встретились? Да, Кджоба, когда мы машину покупали. А машину где? Машина Рада, Кджохари. А мы Дмитриевск сейчас. Дмитриевского шоссе купили. У кого? Айкиди Хариды. Когда он хочет там больше? Айдулора. Хочет родственник, у родственников Абдулло.